прошлом году на конкурс «Большая разведка», это главный пермский конкурс среди инновационных стартапов, приз был в том году 500 000 рублей. Зарегистрировалось 1000 проектов, и, как показывает практика, 10% из них продолжают идти работать. Я думаю, что это им стоит обратить внимание на кластеры КТ. То есть цифра 100? Плюс-минус. Плюс-минус, естественно. Это в год. Вот там. Это в год.